Биолог Николай Романович открыл столовую для птиц прямо в своем дворе. Вместе с дочерью приготовил зерносмесь, по деревьям развесил самодельные кормушки и подвязал кусочки сала. Последовать его примеру биолог призывает всех зрителей ТСВ. Пришла зима настоящая, со снегом, сейчас морозно, холодно. Вот, и поэтому нужно нам подкармливать птичек, потому что в этот период они испытывают нехватку кормов, потому что корма замерзают и много тратится энергии на согревание этих самых птичек. Кормить мы птичек будем вот такими вот кормушками, автоматами. Вот это заводская кормушка. Вот так вот она устроена. Зерно постепенно ссыпается. И птички таким образом кушают. Но это заводская кормушка. Вот можно такую же сделать самому из подручных материалов. Не составляет большого труда. Я ее делал где-то за минут 10, наверное. Вот. Но эта кормушка посерьезнее. Это труба из-под линолеума, наверное. Ну, и кругляши из, ну, деревянные. А вот это вот хлипенькая такая из бумажного полотенца. Труба и капроновая крышка. Ну и кормить птичек мы будем вот такой вот зерносмесью, которую мы купили на рынке. Так, Лизавета, что у нас там в составе? Тут есть семечки подсолнуха, ячмень и кукуруза. И пшеничка еще, да? Как говорится, птички, welcome в нашу импровизированную столовую. Думаю, им понравится.